ж был не уверен, что заказать индивидуальный сон. Ну, уже говорится, что вы что хотели, ну, то и получили. Ну, неважно, я же должна приобщиться. Улитки мне тоже не понравились, ну, мне понравились. Нечего. Надо. Люблю я погурманничать. Чем дальше, тем больше. Видишь, даже сама полюблю его готовить. Я говорю, я тут устроила очередной эксперимент. Я очень люблю заливную рыбу. И я ее никогда не делала. А тут я ходила, когда позавчера, ну, там в Ясенево, в универсал, перекресток. Вот. И мне наконец попалась эта штука, то есть, ну, было специально какая-то фигня, как бы заливную рыбу. То есть какой-то состав, то разжевательный, когда просто размешиваешь и заливаешь. Оно мне попалось. Я его, естественно, купила, на рыбу я купила тоже. Так, кухательскими продуктами, соответственно. Вот, и я все это сделала. Единственное, что из этого пакетика, там, значит, написано, что пока там растворится весь желатин. А там какая-то такая смесь, что-то там как бы растворилось, и оно сразу так малость пожелтело. А что-то там осталось, какой-то осадок, что это было, я не поняла. И оно, ну, совершенно не хотело растворяться, и я так мешала, потом поняла, что уже до завтра все это мешать. Ну, как бы залила, вот теперь не знаю, оно застынет, не застынет. Если застынет, значит, ура, как бы мы освоили новый продукт. А вот если не застынет, тогда придется кушать вареную рыбу и признать свой полный позор в этом направлении. Либо, так сказать, недоброкачественность пакетика. Что ты делаешь? Я могу есть? Нет. Смотри, что под головой, Серега. Смотри, что под головой. Там укропчик. Там же петрушечка. Слушай, это тоже круто, Серега, сделай вот так надо, пожалуйста. Такая ужасная рыба, вывернувшая шею.